Ох, сейчас мне Кэтрин Малахитова какого-нибудь привиденьку придумает. Таня Котова. Поздравляшки, Кэтрин. Кэтрин Дэмон. Черно-красную вампирскую. У нас будет два вампира уже. Энджи, все, сломали стримера. Что с клыками? Черно-красный. У нас есть белый вампир с красными глазами. Теперь черно-красный вампир с клыками надо написать. Ну, Кэтрин. Раз, два, привиденьки разыграны. Осталось 3, 4, 5. Вот эта привиденька с пропеллером, прям следом за вампиром. Кто будет летать у нас? Только не говори, что Ван Хельсинг.